Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о яблоне сорта «Китайка Долго». У данного сорта очень интересная история появления. В конце 19 века один американский специалист побывал в ботаническом саду в Петербурге и собрал семена с наших яблонь. Через два десятка лет появился сорт «Китайка Долго». И примерно в 40-х или 50-х годов саженцы, получается, как бы вернулись на родину и стали возделываться в СССР. Китайка Долго является не просто плодовым, но еще и декоративным сортом яблони. Посмотрите, как интересно выглядят плоды. Их очень большое количество. Они прям усыпают дерево. По листу китайку Долго очень просто отличить от обычной яблони. Посмотрите. Листья более продолговатые, более вытянутые, если сравнивать с обычными яблонями. Сорт получился очень зимостойким, выдерживает температуры до минус 40 градусов. Яблочки созревают небольшие. Вес одного плода примерно 20 грамм. Созревание происходит в первой половине сентября. Мякоть у яблочек белого цвета. Окраска ярко-пурпурная, красная. Вкус сладкий, с приятной кислинкой. Кто-то использует яблоню для того, чтобы кушать в свежем виде. А кто-то использует для того, чтобы делать всевозможные заготовки, компоты или варенье. Плодоношение начинается с 3-4 года. Этот сорт является отличным опылителем, потому что в его цветках созревает большое количество пыльцы. Сам по себе сорт частично самоплодный. Поэтому, если у вас на участке нет других яблонь, часть урожая вы получите, даже если дерево будет одно.